Самый первый летний праздник, День защиты детей, в этом году отмечали в основном в помещениях. Но у некоторых хватило смелости и позитива для праздника на очень свежем воздухе. Для пельменной «Патриот» День защиты детей – событие традиционное. Программа обширная, просто. И аквагрим у нас, и танцы, и дискотека, и аниматоры, и фотобудка у нас, и игры различные для взрослых и детей, пирожное, напитки. Руководитель Сергей Николаевич, он любит детей, то есть у нас насыщенная очень программа. В преддверии праздника всем юным посетителям пельменных предложили принять участие в конкурсе рисунков. Семья Сафоевых, где пятеро детей, предстала на коньках и на роликах, на самокатах и за теннисными столами. Это мой папа. Это мама и братик. Это два младших брата. Ага. Это сестра и я. Папа, мама и я. Где-то я совсем маленький. Скейтборды, самокаты, игрушечные автомобили и другие призы достались каждому участнику выставки. В этот день вместе с детьми радовались и взрослые. Девочкам самокаты, а мальчикам вот скейты подарили. Куда вас сегодня мама привела рано утром? На праздник. Что это за праздник? Не знаю. Мы очень часто приходим в пельменную, в Патриот. Нам очень нравится с детками, можно здесь покушать, перекусить. И увидели, что можно принести поделки какие-то и получить за это подарки и прийти поучаствовать в таком замечательном празднике. Детишки же это самое главное, что есть у нас в жизни. Вот, и им посвящаются все праздники наши. Здесь очень много знакомых, конечно, и родные здесь мои. И мы тут все рады и довольны. У каждого из нас воспоминания о детстве не только визуальные, но и вкусовые. И этот праздник подарил гостям и то, и другое.